Сегодня в Тамбове загорелся частный дом на улице Августа Бебеля. Тревогу забили соседи, которые почувствовали запах гари и позвонили в пожарную часть. Пожар произошел сегодня, около 11 часов утра. По словам очевидцев, возгорание случилось внутри дома. От высокой температуры в помещении начали вылетать стекла. Дом мог сгореть дотла, если бы не оперативный приезд пожарного расчета. В 11 часов 7 минут в единую службу спасения поступил сигнал о возгорании по улице Августа Бебеля. В 11 часов 9 минут первое подразделение прибыли на место. На месте работали 3 расчета от пожарных частей города Тамбова и 2 звена газо-дымозащитной службы. В настоящий момент причины пожара устанавливаются. В огне погибла женщина, хозяйка квартиры. Она проживала в этом доме со своим сыном и его сожительницей. На момент возгорания их не было дома.